При взлете аэробус столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него отказали оба двигателя. Экипажу удалось посадить лайнер прямо на кукурузное поле. Все живы. Командир воздушного судна Дамир Юсупов. В Кремле уже назвали летчиков героями. Папа, я смогу стать летчиком? Поверь в мечту, иди за ней. Юсупов, пятая строчка, читай. К.Б. Я хочу летать. Глупая затея. У тебя есть профессия. Ты же мне сам говорил, что за мечтой надо идти. В твоем возрасте пилоты уже на пенсию выходят. Да пусть идет. Все равно не примут. Все в порядке. Годен. Ты на самом деле этого хочешь? Значит, станешь. С вами говорит командир корабля. Ты перечеркиваешь всю нашу жизнь. Я буду летать. Лети. Мам, что это? Теряем высоту. Для летчика он уже старый. Падаем. Садимся. Thank you.